Кастинг под открытым небом. У Центры моды и прихожости «Хрустальная нимфа» провели День открытых дверей. Свято организовали на свежем поветре. Навод подиум усталевали на улице. Удельники мероприемства у неформальных обставинах смогли познакомиться с педагогами модельной школы, доведаться об умовах навучания и убачить дефиле выпускников. Жадающие прошли кастинг. Такой формат проведения кастинга – это замечательная возможность пригласить всех желающих на обучение в нашу школу, в наш центр моды и красоты «Хрустальная нимфа». А также замечательная возможность проводить последний день лета в такой хорошей компании, модной, стильной, и зарядиться на будущую зиму хорошим настроением, позитивом. Наприкінці мероприємства відбувся розыгрыш бесплатного навучання у школі прихожості і стилю. Такий подарунок до нового навчального года отримали дві юні прихожуні. Після уручення сертифікатів вони вийшли на подіум і отримали перші аплодисменти.